В этом году наши соседи провели открытый отбор. Результат предсказать было невозможно. Пророчили победу Сергею Лазареву, но невозможное все-таки возможно. И Россию вот уже второй раз будет представлять Дима Билан. На этот раз певец как никогда настроен на победу. Каждый раз я рисковал. И вы знаете, ни один раз этот риск не увенчался неудачей. И дело в том, что он уже не может быть неудачным, потому что в меня верят люди, в меня верят зрители, в меня верят слушатели. И это наш шаг совместный, не только мой, совместный вместе с вами.